Мы проснулись. Вот это наш завтрак. Чуть получше, даже не чуть-чуть. Наверное, лучше, чем был предыдущий. Предыдущий фестиваль. Идти никуда не надо. Да, во-первых, не надо идти, во-вторых... Ну, тарелка кофе, это как бы нормально. Да, вот. Шведский стол какой-то. Надо есть, выберем. Сами шведы приехали. Мы пришли покушать. Долго уже ждем. Мы были на проходке. Проходка была очень жаркая. И мы все вспотели. Но сейчас покушаем, перекусим и пойдем дальше выступать. И заниматься хорошими делами. Там были осьминоги, кальмары. Да, у нас снова обед риса. И плова. Плов, морепродукты. Этот, французский плов. Да. Нет. Саша, очень вкусно. Вот мы пообедали. Сейчас идем на фуникулер. Будем подниматься на вершину горы. Вот, которая у вас перед глазами. Да, Колян доволен. Жаль, что мы не переоделись. Была закрыта наша гримерка. Не смогли переодеться в свою одежду, взять фотоаппарат, конечно, но хорошо, что взяли сам телефон. Это железная дорога, как бы сделана такая. Там раз в 15 минут ходит поезд. Ну вот прибыл наш поезд. Что? Сейчас мы... Стоя, возьмем. Сейчас мы поедем вот по этим путям, вон туда. Будем наслаждаться видом. Махало. Жарко, да? Нет, снизу 14 не то, чтобы очень жарко. Но... 12, наверное, когда билет. Метро. 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 Дверь разъединяется, доступная станция. Гора. Гора. Ожидание. Мы остановились только что. Да. Уже минуту стоим. Я готов. Уже минуту целую простояли. Уже поехали. Воу! Ё-моё, какая красота. Вот здесь пешком можно ходить. Сейчас приедем. Поднялись на эту гору. Мальчики, сфоткайте нас вместе, пожалуйста. Колян, сфоткай вместе. Сфоткай вместе. Вот тут, конечно, обалденный вид открывается вообще. Вот мы из вот этого города приехали. Поднялись вот из этого города. И сейчас чуть-чуть будем здесь и побежим назад. Здорово, ребята. Здесь, конечно, вообще шикарно. Осталось 9 минут. Вот мы уже спускаемся. Ой, мои уши. Yeah. Так, ну вот мы отвыступали 10 минут. Было все очень хорошо, только вот одно но. Мы скатали на гору, на чем-то, на подъемнике. Да, и тут какая проблема. Саша Скерка остался в горах.
Теперь он горный котел. Да. И он остался в горах, мы его потеряли, и сейчас вот Влад вместо него танцевал танец. Я следующий. И поэтому теперь Влад не должен 50 евро, я не знаю. Так что, ну, это было, конечно, смешно, но, блин, Аскерка, так нельзя поступать, нельзя. Ладно, да ладно, все. Нормально, нормально, Аскер, я не обижаюсь. Ну, все нормально. Покупай, матрешка! Грин матрешка, блюм матрешка, ред матрешка. Покупай, дорогой! Окей, айки! Ты матрешки сними. Вот мы уезжаем из этого курортного городка. Нам дали собачки, там чипсы, ужин, сыр. Ужин. Да, это наш как бы ужин. Сыр, вот такой вот красненький, чипсы, какой-то бисквит дали, вот. И что-то нам еще несут тут. По одному карту берешь. А что это такое? Вау, вот нам дали значки еще из фестиваля, шикарно. Наклейку. Наклеечку. Тебе, значит, дался, да? И еще дали ленточку такую с карабинчиком. Фестиваля будем. Ходить что-нибудь повесим туда. Ну вот все, уезжаем из этого города. Да. Поднялись мы на фуникулёре на гору. Может быть. Можно дать, если это ленточки. Может, это наклейка, вот, знаешь, типа наклеить на что-нибудь, на картоночку. Вот так что... Целый день мы здесь провели. Сейчас поедем, наверное, смотреть футбол. И отдыхать, в принципе. Вова стирает свою рубашку. Готовится к пенной вечеринке. Сейчас будет пати. Да, давай, наядывай. Бля, как-то у нас такой шпабрейнер работает. Ты, видно, рада не очереди. Мы нашли сбор как бы фанатов. Здесь все смотрят футбол. Вообще шикарная атмосфера. Мы аж слышали за километр. Атмосфера просто обалденная. Просто обалденно. Просто нереально, серьезно. Много людей, да. Просто футбол все смотрят.